Пропал ребенок. Накануне в селе Липовское Туринского района родители потеряли сына. 3-летний Виктор играл в ограде дома. В какой-то момент отец, который следил за ребенком, выглянул в окно. Мальчика на улице не было. Вместе с матерью они самостоятельно начали поиски и обратились к местному участковому. К поискам подключились полицейские, вневедомственная охрана, сотрудники скорой и пожарные. Они опрашивают местных жителей, проверяют водоемы и заброшенные дома. До сих пор о местонахождении мальчика ничего не известно. Рост Вити около 100 сантиметров, волосы прямые, особая примета – шрам около 2 сантиметров на надбровной дуге. Мальчик был одет в синие штаны и кофту. Если вы располагаете информацией о ребенке, просим сообщить в полицию по телефону 02 или по круглосуточному телефону доверия 358 71 61.